Всем привет! Сегодня я отправлю Авито доставкой свой бывший телефон с кабелем ZTE Blade V8 Mini. Итак, чтобы отправить Авито доставкой, выставляем его на Авито в объявлении, включаем пункт Авито доставки и ждем, пока кто-нибудь ее не закажет. И когда ее закажут, там появляется такой вот трек-номер. И, соответственно, идем на почту. А так как это телефон, я его упакую вот в такой вот пакетик. Закрываю. И заклею скотчем. И вот что у меня получилось. Теперь достаем велосипед и едем на почту. Отправляем.